Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады видеть вас в этой замечательной атмосфере этого прекрасного клуба, названного именем Алексея Семеновича Козлова. Мы – это квартет «Агеймы». Сегодня у нас будут сюрпризы, потому что помимо квартета к нам присоединился Константин Кокорин, гитара. А также есть вероятность, что в конце отделения мы попросим замечательную певицу Надежду Рафаэлиди присоединиться к нашему выступлению. Надя. Так что должно быть все весело. И первая пьеса, такая замечательная аранжировка нашего пианиста Михаила. Первая пьеса, она называется «Свит Джорджа Браун». Thank you.
Следующая пьеса, она называется, оригинальное название ее «Straight Shot», это значит «прямой выстрел». Но прямой выстрел в каком смысле этого слова? Это когда любой любитель джаза подходит смело к барной стойке, заказывает 100 грамм виски и выпивает это залпом. Естественно, прямой выстрел в голову. Бах, и все нормально. Поэтому это все гуманно и все застраховано. Можете попробовать и присоединиться к такой замечательной музыке. Итак, Straight Shot. Ее подарил нам прекрасный барабанщик Эдвард Фаст. Thank you.
Неожиданно и необыкновенно. Следующая пьеса, авторская пьеса нашего замечательного пианиста Михаила. Но касаемо его фамилии, я хочу отдельно отметить, его фамилия Михаил. Спасибо! Да, и что интересно, его папу зовут Владимир. Папу зовут Владимир, а отчество его Ильич. И представьте, значит, он подходит и говорит: «Здравствуйте, Владимир Ильич, спасибо». Такое оригинальное название. И замечательная пьеса, она так и называется «Без названия». Thank you.
Михаил, спасибо, пожалуйста. Песня без названия. Следующая пьеса называется Plug and Play. Это такое современное компьютерное название, как мне объяснили ребята. Я-то из прошлого века, поэтому мне приходится с ними разбираться. И соответствующим образом Сергей написал эту пьесу в таком интересном традиционном стиле с элементами фанка. Итак, Plug and Play. Thank you.
Следующая пьеса из репертуара известного латиноамериканского и американского композитора Мишеля Камила. Она называется «Когда Сэмми вошла». Вот такой как бы многозначительный вопрос. Когда Сэмми вошла, то что-то у Мишеля произошло. Поэтому мы сейчас услышим. Пожалуйста, Мишель Камила! Thank you.
Спасибо, Аркадий Баклагин. Он также является солистом оркестра ансамбля Левона Аганезова. Пожалуйста. Вы наверняка помните его в программе «Жизнь прекрасна». Его великолепную прическу. Это Аркадий Баклагин. Всегда. Сергей Секулер. Ну, конечно же, Михаил, спасибо. Олег Агеев, ваш покорный слуга. Вот в этом зале, видя таких очаровательных девушек, женщин, мне бы хотелось... Знаете, Аркадий устал. Давай перерывчик сделаем. Нет, говорит, уже не устал. Ой, ну это просто какой-то. А то еще заменят. Нет, после Левона Аганезова трудно найти такого барабанщика, потому что Левон Аганезов, он как рентген видит музыкантов. Он просвечивает и говорит, это настоящий музыкант, это настоящий барабанщик. Хотя говорят, что есть такой анекдот забавный. Значит, когда задают вопрос, кто такой барабанщик? Все думают, ну барабанщик, это значит барабанщик, значит стучит на барабанах. Нет, это тот, кто тусуется с музыкантами. Нет, и там есть еще такая досказка замечательная. Кто такой перкуссионист? Это тот, кто играет на трещотках, на всяких прочих ударных латинских инструментах. Это тот, кто тусуется с барабанщиком. И, конечно же, ребята хотели сбить меня непосредственно с ведения концерта, но я сказал, что все. Для девушек баллада, рок-баллада из репертуара Боба Минзара. Thank you.
похоже, девушкам не понравилось. Спасибо! Спасибо, спасибо. Это не Михаил, спасибо, нет, нет. Я просто говорю спасибо. Опять возвращаемся к авторской программе. Но эта пьеса, она называется весьма и весьма просто «Апельсиновый сок». Но опять же, название ее очень простое, но сыграть ее далеко не просто. Сергей Сокулер. Не прячься, Сережа, не прячься. Пусть люди видят своих героев. Я ноты специально поставил, чтобы вы не думали, что ну, такая самодеятельность какая-то пришла. Вот ноты, сейчас будем играть по нотам. Thank you.
спасибо. Аркадий Баклагин. Автор Сергей Сыгулев. Ваш покорный слуга Олег Агеев. Спасибо, спасибо огромное. Следующая пьеса, также из репертуара, из нашего репертуара, она называется «Случайная встреча». Автор. Спасибо. Честно говоря, когда я услышал первый раз, Сережа наиграл на рояле эту мелодию, мне показалось, что я слушаю музыку великого композитора Пуленко, потому что одно время я слушал его ансамбли деревянных духовых инструментов. И эта музыка мне чем-то была близка, и такое ощущение, что какой-то уходящий поезд, что-то вот в этом роде, и что-то связано, скажем так, с железной дорогой. Сережа, ты случайно не в поезде написал эту пьесу? У меня ощущение такое. Ладненько. Сейчас услышим общее мнение. Для нас общее мнение важнее. Итак, случайная встреча. Thank you.
Случайная встреча, Сергей Сокурев. Можно любой кинофильм можно смело поставить эту музыку, и она будет действительно украшением этого фильма. Так что, если есть режиссеры, пожалуйста, у нас есть такой... Дорогие друзья, а сейчас незабываемая минута. Надя, я иду за Надеждой Рафаэлиди. Где Надежда? Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рада нашей новой встрече. Я исполню сегодня тему Хораса Сильвера «The Jerry Grind». Это одна из тем из цикла песен Хораса Сильвера в нашем репертуаре. Yeah.
Да, и сейчас нам бы хотелось вам представить одну пьесу в таком нашем оригинальном, я бы сказал, исполнении. Эта пьеса, в чем ее секрет и в чем заключается ее необыкновенное мистическое рождение. Во-первых, ее создали в 30-е годы и написал ее тромбонист. А тромбонисты – это люди, которые очень вдохновенные. Это такой музыкант, который являлся солистом оркестра Дюка Эллингтона, Хуан Тизон. Когда написал он эту пьесу, пришел к Дюку Эллингтону в 30-е годы, был сухой закон, соответственно. Он принес и сыграл на тромбоне эту пьесу, отрывочек. И так далее. Спасибо. Дюк Эллингтон спросил, что ты хочешь за эту пьесу? Ну, конечно, тромбонист во времена сухого закона за эту мелодию попросил бутылку виски. Вот так все просто, а песня живет века. Дюк Эллингтон, «Караван». Thank you.
Михаил
Михаил, спасибо! Ну, спасибо, в прямом смысле спасибо. Надежда Рафаэлиди. Константин Кокорин сегодня первый раз. Все, что он делал, это чистая импровизация. Костя, спасибо. Красавец, красавец. И со звуком сегодня работал Алексей Пилов. Пожалуйста. А также все претензии к нему. Спасибо, поклонились, ребят, 3-4. До новых встреч. Спасибо, дорогие друзья. И как говорили старые конферансье, когда была конкретная халтура, там, соответственно, там кричали: «Долой со сцены!» Они говорили: «Приедем, приедем, обязательно приедем!»